выходите вперед. Поклонись Ему сегодня. Превознеси Его. Поблагодари Его. Соединись с Ним. Любимый Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя. Ты наша жизнь. Ты наш покой. Ты наша любовь. Мы жаждем больше и больше и больше Твоей славы. Погрузи нас в свой мир. 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 Твой мир, Твой покой, Твоя любовь. Любимый, пусть откроется Твоя любовь реально. Научи нас любить. Научи нас любить. Научи нас любить. Мы здесь, на этой земле, чтобы получить этот урок. Этот самый сильный урок жизни. Это любовь. Это любовь. Это любовь. Мы жаждем жизни. Мы жаждем жизни. Любимый, поднимай свое поколение. Любимый, поднимай свое поколение. Мы жаждем видеть настоящее движение, Бог. Мы устали видеть, как все украдено, все заменено, все переименовано. Мы жаждем жизни. Мы жаждем жизни. Жизни. Твоей жизни, Бог. Твоей жизни, Бог. Мы жаждем Твоей жизни, Господь. Погрузи нас в свой мир. Отсоедини нас. Продолжай отсоединять нас. Отсоедини меня, Бог. Я хочу окунуться в Твой мир. Я хочу быть там, где Ты. Я хочу быть там, где Ты. Я жажду прийти к Тебе, Господь. Я хочу быть в мире Твоем. Возьми меня, Господь. Я Твой. Забери меня с собой, Господь. Покажи нам то, что мы не видели, не слышали, не переживали. Покажи нам себя, открой себя, так как мы не переживали, Бог. Пролей свой свет, пролей свой свет. Мы говорим, Бог, мы жаждем движения Твоего. Жаждем движение Твое, излей свою славу, излей свою славу на эту землю, Бог, излей, излей славу свою. Пусть поднимется армия Твоя, пусть поднимется невеста Твоя, Бог, пусть поднимется жизнь Твоя, пусть поднимется церковь Твоя, Бог,
мы жаждем Тебя, Бог. Поднимай, 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 Бог. Поднимай, Господь. Поднимай, Господь. Прости Его, входи в Него. Входи в новое, входи в новое, входи в новое. Поднимай, Бог, мы жаждем Твоей реформации, потому что то, что называется церковью сегодняшних дней, далеко, далеко находится от того, что Ты назвал церковью. Бог, мы жаждем оригинала, мы стенаем, мы жаждем видеть Твое. Мы просим, мы молимся, мы не удовлетворяемся. Мы жаждем Твое, мы жаждем Твое. Мы жаждем Твое, Господь. Только Твое, только Твое, только Твое. Поднимай, Бог, поднимай, Бог, поднимай. Поднимай, Господь, поднимай, Господь, яви силу свою, яви славу свою. Мы стенаем каждый день, Бог, мы жаждем видеть славу Твою, мы хотим видеть Твой урожай, мы хотим видеть Твою жатву, Бог, мы хотим видеть. Спасенные души, измененные жизни, захватывай, захватывай, захватывай. Покрой это поколение любовью своей, светом своим, славой своей. Бог, мы жаждем видеть Тебя, видеть движение Твое, видеть движение Твое. Господь, любимый, мы жаждем видеть церковь Твою. Мы говорим, Бог, к этой земле, Господь. Бог, подними чемпиона. Подними чемпиона, подними те, которые пойдут до конца, которые возьмут на себя ответственность за свой народ, за свои города, Иисус. Подними чистое, подними бескомпромиссное, подними те, которые уплотят цену. О, как мы устали от тех, Господь, которые набивают свое брюхо и заботятся только о себе, Господь. А Твой дом, Твоя церковь остается в запустении. И те, кто должны говорить правду и истину, сдали свои позиции, Бог. Мы вопием и взываем, Бог, поднимай пророков. Поднимай пророков. Поднимай тех, которые будут говорить Твои слова, высвобождать Твою волю, говорить Твои мечты. Да придет Царство Твое! Да придет Царство Твое! Мы жаждем. Мы жаждем, любимый. Мы так хотим увидеть Твое движение на этой земле, Иисус. Если никто не хочет, мы пойдем. Мой Бог живой. И это не просто фраза. Его должны видеть живым в наших жизнях. Мой Бог живой, и там, где буду я, мой Бог.
будет живым и действующим. Господь, поднимай личности и чести. Честь в наше время – это огромный дефицит. Поднимай личности и честь. О, я знаю, любимый, честь в наше время – это огромный дефицит. Поднимай, поднимай тех, которые вопреки всему и даже в ущерб себе будут говорить твои слова истины. Будут кричать о твоих делах. Будут мечтать о твоем движении. Поднимай тех, кому не безразлична судьба. Судьба нашего поколения. Судьба твоих детей, Бог. Поднимай. Пусть эта частица боли, пусть эта частица твоей боли поселится внутри нашего сердца, чтобы мы каждый день понимали и ощущали, Бог, что желаешь сделать ты. Я хочу исполнить волю твою, Бог. Я хочу увидеть на этой земле движение моего Бога, о Иисус. Как я устал видеть движение людей, деноминаций, человеческих доктрин. Я так жажду чистого слова, чистого Бога. Без примеси я жажду неба. Поднимай. Поднимай те, которые пойдут и сделают это. Которые пойдут и скажут это. Я прошу тебя, любимый. Мы жаждем реформацию, церкви. Мы молимся о реформации, потому что это старое изменить нереально. Должно подняться новое, абсолютно новое. И сам Бог должен на престоле быть. Иисус должен быть во главе. Это движение, это будет Его движение. Не человеческое движение, не очередная деноминация. Это будет движение неба на земле. Все творение стенает, доколе откроются сыны Бога. Доколе поднимутся те, которые принесут Бога, которые принесут реальность неба. Наши сердца настолько изгажены, что как только Бог начинает делать что-то через нас, мы присваиваем это себе, а Бог ждет тех, которые пойдут, несмотря ни на что. Которые умрут для себя, перестанут хотеть всего и будут хотеть только исполнения воли Его. Подними свою церковь. Это наша молитва, Бог. Мы взываем, Господь. Мы ходатайствуем за тех, которые должны подняться, Бог. Мы молимся за тех, которые не могут молиться уже. Мы просим Тебя, подними этот поток. Подними эти массы, рожденных свыше и посвящившихся Тебе.
мы хотим видеть это излияние, Бог. И на иные вещи мы не согласны, мы жаждем видеть Твое движение. И мы ни в коем случае не хотим видеть церковный спектакль. Мы хотим видеть Твое движение, Твою славу. Мы молимся, Отец, сейчас о тех, кого религия кинула, дух мира кинул. Мы молимся, Господь, о тех, кто погряз в наркотиках. Мы просим Тебя, вырывай их, Отец, мы разрушаем этот дух. Мы разрушаем дух алкоголизма, дух извращения, блуда, лжи. Мы просим Тебя, Отец, высвобождай. Являйся своим детям, приводи их, Отец. Мы жаждем, мы просим, мы стоим в проломе, Отец. Коснись это поколение. Открой свою истину в церквях, Бог, я умоляю Тебя. Помоги лидерам церквей увидеть не своими глазами, а своим сердцем, что творится вокруг. Поднимай жаждущих истины любой ценой. Жаждущих истины любой ценой. Жаждущих истины любой ценой. Любой ценой. Мы молимся о России, Отец. Коснись эту землю. Мы молимся о России, Господь. Коснись эту землю. О, сколько там обманутых, сколько кинутых, сколько раненых церквями и служителями, деноминациями и служениями. Люди отдавали свою жизнь, и им рисовали светлое будущее. И сейчас эти массы, они сгнивают от депрессии на лавочках, боясь сказать даже одно слово. Но все мы чувствуем одно и то же, и кому-то нужно начать говорить. Это не Бог, и это не церкви. Мой Бог живой, и Он не живет в каких-то стенах. Он живет внутри меня. Он говорит внутри меня. Он хочет быть со мной. Любимый, мы просим Тебя, Отец, пусть придет реформация в Россию. На эту землю, которая пролила столько крови, Бог, которой по сей день управляют тираны, как в государстве, так и в религии, Бог. А ранеными мы видим, которые ложатся просто тысячами. Это простые люди, которые продолжают верить в мифы религиозной структуры, которые питаются завтраками, не имея элементарных отношений со своим Богом. Я молю Тебя, Бог, коснись России. Коснись эту землю, Иисус. Коснись эту землю. Мы призываем, Господь, воздай этой земле, Господь мой, и этому народу всемеро, Бог, того, что выкрал дьявол, верни, Бог, восстанови. Зажги, Господь, подними тех, прямо там подними настоящих чемпионов, Господь. Эта земля достойна увидеть своих чемпионов. Мы ходатайствуем, Отец, за нашу землю.
Да, мы уже долго там не живем, но наше сердце, оно там. Мы молимся, Отец, и мы просим Тебя, пусть Твое правосудие придет. Мы молимся о правосудии для России, Отец. Эта земля должна увидеть своих чемпионов. Там должны восстать люди чести, люди крепости силы, люди чистых мотивов, Бог. Потому что обычно в самых жестких условиях рождаются самые великие люди. Поднимай, Иисус. Придет это огромное пробуждение. Дьяволу, духу мира, религии не удержать. Движение Бога в нашем народе. Бог, мы ходатайствуем, пусть придет пробуждение. Огромное пробуждение в России, Бог. Достаточно этому народу питаться дьявольской блевотиной, религиозными отходами. Отец, подними, мы ходатайствуем, подними, Бог, своих чемпионов. Россия увидит самое мощное пробуждение. Потому что эта земля видела только капли Бога. И океан дьявола, океан боли, океаны слез. Господь, мы ходатайствуем за эту землю, Бог. Передаем эту боль, Господь, тем, кто там, мы передаем ее, они поднимутся, они встанут, они услышат крик Бога. Довольно спать, довольно ждать, нужно вставать. Нужно вставать. Нужно встать. Поднимай, Господь. Мы ходатайствуем за нашу землю. За весь славянский народ, который рассеян по всему миру, Бог. Это нация, которая умеет так страшно грешить и идти против Бога. Именно эта нация может так страстно любить Бога и быть с Ним, нести Его Слово. Поднимай, поднимай. Мы говорим, поднимай, Бог. Мы переживаем боль Христа. Мы несем кусок боли неба за Россию, Бог, за наш народ. Поднимай, поднимай чемпионов, поднимай великих людей, которые пойдут, отложат все и пойдут для тебя, за тебя. Поднимай, Бог. Мы не остановимся. Мы те, которые решили идти до конца. Мы те, которые решили идти до конца. Поднимай, Бог. Поднимай, Бог. Мы говорим жизнь. Говорим жизнь, мы говорим жизнь.
этот великий народ, Бог, который дьявол поработил, он встанет. Он встанет. Он встанет. Мы молимся, Господь. Мы ходатайствуем. Мы стоим в проломе за наш народ. Мы просим, Господь, поднимай. И то, что раньше было их огромной болью, пусть превратится в их великую силу. Потому что никогда нет силы без боли, без Твоей боли, Бог. Поднимай. Поднимай. Мы ходатайствуем, Отец. Мы ходатайствуем, Отец. Мы переживаем боль неба. Мы жаждем видеть Твою славу в нашем народе, Отец. Коснись Россию так, как никогда, Отец. Пусть и когда будет великое пробуждение на этой земле, Бог. Дьявол не удержит, религиозные структуры не удержат. Никакие грязные деноминации не удержат движение Бога, движение неба. Этот народ достоин увидеть свет Бога. Чудеса, знамения, чудотворения, слава, огонь, сила. Поднимай мудрых, поднимай здравых, поднимай взрослых. Бог готовит их прямо сейчас, они в подготовке Бога. О, мы говорим, дьявол не удержит, не удержит, не удержит наш народ. Восстанет свет над Россией, поднимутся мощные чемпионы Бога на этой земле. Мы говорим «да», «да», движению Бога «да». Религия не удержится всеми ее противостояниями, отлучениями, грязью, сплетнями. Не удержит движение Бога. Не удержит движение славы. О, пусть придет жажда. Пусть этот народ примет сверхъестественную жажду. Жажду по живому Богу. Очнутся все те тысячи, которые сидят на лавочках и спят, Бог, разбуди, 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 Бог. Разбуди, Господь, разбуди, Господь. Мы просим Тебя, любимый, по Твоей воле, коснись Россию, коснись эту землю. Там столько прекрасных людей, которые ждут Твой свет, которые ждут, когда поднимутся великие люди, Бог. Эта земля всегда славилась великими людьми. Я знаю, что там есть великие люди Бога, чемпионы Бога, богатыри Бога, те, которые не сломятся. Не отступят назад. Те, которые готовы будут отложить свои гроши, жить свои маленькие жизни,
ради того, чтобы увидеть движение Бога на этой земле, увидеть спасенный народ, увидеть спасенные души, измененные судьбы, увидеть этот огромный урожай, огромную жатву на этой земле. Огромную жатву. Проси его. Проси его. Проси его. Проси его. Господь, мы жаждем Тебя. Проси его. Мы жаждем Тебя, Господь. О, мы жаждем Тебя, любимый. Подымай свою церковь, Господь. Подымай своих детей. Подымай своих детей, Господь. Подымай, Господь, свою церковь. Разбуди, Господь, этой спячки, любимый. Поднимайся. Просто подними, Господь, своих детей. Пусть встают Твои дети, Господь. Чтобы они заняли свою позицию в этой земле, Господь, то, что Ты предназначил, то, что Ты имеешь для каждого своего сына и дочери, Господь. Поднимай своих детей. Поднимай, Господь, поднимай, любимый. Поднимай, Господь. Мы разрушаем всякий дух религии, который мешает во имя Иисуса Христа. Поднимай, Господь, свою церковь. Поднимай своих детей, Господь. Дай это дух сострадания в жизнь каждого. Дух сострадания, боли погибающих, Господь. Я прошу Тебя, дорогой, подними свою церковь. Подними своих детей, которые просто безумно любят Тебя. Которые хотят быть послушными Тебе всегда. Даже если Ты говоришь ненормальные вещи, Господь, чтобы Твои дети всегда были послушными Тебе. Господь, я прошу Тебя, подымай своих детей. Подымай, Господь, то, что Ты хочешь говорить, чтобы они с послушанием всегда слушали. Всегда, Господь, делали то, что Ты говоришь. То, что Твое Слово говорит, Господь. Мы хотим быть послушными Тебе. Мы хотим делать то, что Ты желаешь. То, что у Тебя на сердце, то, что у Тебя, Господь, за что у Тебя сердце болит, Господь. Мы хотим быть послушными Тебе, мы хотим делать то, что Ты хочешь, то, что Ты желаешь, дорогой. Просто подымай своих детей, подымай своих детей, подымай, Господь, подымай. Все, что Господь во тьме находится, выяви на свет. Пусть каждый из нас приходит в Твой свет. Приходит Твой свет, просто освети, освети своих детей, освети светом своим, освети, чтобы все, вся эта темнота, она бежала, чтобы все, что от дьявола, оно бежало, оно не находило места в Твоем присутствии, в Твоем свете, в Твоем огне, в Твоей славе. Господь, просто зажигай, зажигай свою невесту, зажигай свою церковь. Зажигай своих детей, зажигай своим огнем, просвети нас, чтобы ничего, ничего, что от дьявола не было. Господь, мы хотим быть полностью прозрачными для Тебя. Мы хотим быть прозрачными, любимый. Мы хотим, Господь, быть просвещенными Твоим светом. Господь, я прошу Тебя, просто просвети нас, просвети нас, просвети, подними. Дай эту жажду, дай этот огонь, 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 огонь. Боли погибающих людей, боли тех людей, которые не знают Тебя, которые погибли, которые, Господь, нуждаются в Тебе. Дай нам эту сострадание, дай нам эту боль. Господь, я прошу Тебя, я прошу, любимый, просто зажигай, зажигай свою невесту, зажигай свою невесту, Господь. Подымай своих любимых, подымай, Господь, подымай, Господь.
чтобы у нас любовь к Тебе горела так сильно, как Тебя к нам, Господь. Я прошу Тебя, просто зажигай эту любовь. Любовь в каждом из нас, в каждом сердце. Ты работаешь над нашими сердцами. Ты работаешь, Господь, над каждым сердцем, Господь. Я прошу Тебя, меняй нас. Меняй нас. Дай нам сердце любящее. Дай нам сердце, Господь, которое будет помогать людям. Которое будет, Господь, подкреплять. Которое будет поддерживать людей. Которые нуждаются в Тебе. Которые нуждаются в Твоей вовне. Твоей любви, Господь. Я прошу Тебя, просто изливай свою любовь через каждого из нас. Через каждого из нас. Чтобы Твоя любовь налилась на окружающих. Господь, я прошу Тебя, просто мы хотим быть подсоединенными к Тебе, подсоединенными к небу, подсоединенными к небу. Господь, я прошу Тебя, соединяй нас с небом, соединяй нас с небом, чтобы не было ничего плотского, ничего от нас душевного, но все от Тебя, Господь, чтобы изливались Твои потоки, потоки любви, потоки благодати. Господь, я прошу Тебя, просто поднимай свою невесту, поднимай свою церковь, поднимай своих детей, поднимай, Господь, я прошу Тебя, я прошу Тебя, любимый, поднимай, Господь, поднимай, Господь, поднимай по всему миру земли, по всему, Господь, миру, поднимай, поднимай своих детей, потому что Твоя церковь, она стенает, она хочет встречи с Тобою, она хочет подняться, Господь, Тебе, подняться в силе, подняться в славе, чтобы то, что Ты желаешь, то, что Ты хочешь, что у Тебя на сердце, чтобы исполнить, Господь, то, что у Тебя, то, что у Тебя, за что у Тебя сердце болит, Господь, я прошу Тебя, поднимай свою невесту, поднимай свою церковь, поднимай свою церковь, дай эту жажду, жажду по Тебе, голод по Тебе, голод по Тебе, голод, Господь, я прошу Тебя, Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, поднимай, спасибо, Господь, спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты уже много сделал, продолжай свою работу, мы хотим больше, больше Твоего огня, больше Твоей славы, больше Твоей славы, чтобы дьяволу было жарко, чтобы дьяволу было жарко на этой земле, потому что Твоя церковь поднимается, Господь, Твоя церковь поднимается, Твоя невеста поднимается, Твои дети поднимаются, Ты распутываешь, Ты будешь, Господь, Твою церковь, Ты поднимаешь Твою церковь, спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, любимый, спасибо Тебе, дорогой, спасибо Тебе, дорогой, спасибо Тебе, любимый, мы жаждем Тебя, 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 Господь, Ты нам просто необходим, мы без Тебя не можем жить, дышать, Господь, ничего мы не можем делать без Тебя, Господь, только с Тобою. Только с Тобою, Господь, мы победители. Только в Тебе, Господь. Мы всегда хотим быть подключенными к небу. Подключенными к небу, Господь. Каждый из нас. Господь, просто просвещай нас своим светом. Подключай нас к небу. Мы хотим быть всегда подсоединенными к Тебе, Господь. Подсоединенными к небу. Чтобы, Господь, мы жили больше на земле, чем на небе. Чтобы, Господь, мы всегда общались с Тобою на всяком месте. Спасибо Тебе, дорогой. Спасибо Тебе, дорогой. Спасибо Тебе, любимый. Мы славим Тебя. Спасибо Тебя. Спасибо Тебя. Мы славим Тебя. Будет свобода. Мы славим Тебя. Господь, просто просвети наши разумы. Просвети наше мышление, освободи нас от всякой религии, освободи каждого из нас, чтобы мы были полностью преданы Тебе, чтобы ничто нас не тревожило в этом мире, только то, что у Тебя на сердце, Господь, чтобы нам
Религиозного рабства, Бог. Мы ходатайствуем за наших братьев и сестер, которые томятся в этих человеком созданных тюрьмах, потому что ты никогда не жил в сектах, Бог, ты всегда живешь в свободе. Ты внутри, ты в каждом из нас. Пусть придет Твой свет. Твой свет. Пусть этот народ, который мучился столько лет, увидит Твой свет и Твою свободу. Мы просим об этом поколении, которое родилось, которое, Господь, потерялось между двух миров. Они не пошли по стопам родителей, они потерялись. Дети верующих родителей, их массы, их тысячи, Бог. Мы взываем, Господь, к этому поколению, к их сердцам, Отец, коснись. Приведи. Коснись, зажги. Открой глаза, Господь, этому поколению. Проси. Коснись их глаз, Господь. Дай им увидеть, Господь, проси, что лежит перед ними, Господь. Что лежит на этом столе, с которого они едят, Господь. Открой глаза, Господь. Открой глаза, Господь. Как приятно. Ведь их кормят, Господь. Их кормят, Господь, отравой. Подними, Господь. Те, кто, Господь, тебе принесут, принесут этот хлеб с неба, Господь. Принесут тебя, Господь. Открой глаза, Господь, этому поколению. Перед ними лежит, Господь, отрава. О, Иисус, о, Господь, жалься, жалься над этими людьми, Господь. Открой им глаза, открой им уши, Господь. Увидеть, что их надули, Господь. Увидеть им, Господь, что, Господь, они питались ложью все это время. Откройся. О, Иисус, ведь ты совсем другой. Ведь ты, Господь, реальный, ты живой, ты хороший, Господь. Ты любимый, ты влюблен в своих детей, ты без ума по ним, Господь. Ты мечтаешь, Господь, чтобы общаться с каждым из них. Господь, открой глаза, Господь. Открой глаза, Господь. Эй, ты, дух слепоты, мы поражаем тебя. Мы разрушаем это все, что ты построил в глазах наших братьев и сестер. И мы говорим тебе, Бог, убирайся, Бог. Дух истины, приди. Дух любви, приди, Господь. Открой им глаза, Господь. Открой им глаза, Господь. Открой им глаза, Господь. Открой, Господь. Коснись, Господь, Россию. Коснись, Господь, ее. Ой, поднимите, поднимите, Господь, чемпиона. Ты чемпион, ты церковь, никого не слушай. Ты должен общаться с Богом. Ты должен быть один, выходи из этой системы. Не смотри на другого, смотри на Бога. Смотри только на Него. Он родил тебя, Он поставил тебя, Он избрал тебя. Пошли этот дождь на эту землю, пошли этот дождь, Господь, и поднимутся эти семена, поднимутся.
дождь, Господь, пошли за дождь, Господь, пошли, любимый, пошли, любимый, пошли, Господь. Эта земля иссохшая, она жаждет тебя. Которые будут бить это небо, которые будут кричать, будут повелевать этому небу и сливаться на эту землю. Подними, Господь, подними, Господь, подними детей своих, детей любви, детей света, детей любви, детей света, Господь, которые будут любить тебя всем сердцем, всем разумением, всей своей силой, всем своим естеством. Господь, Господь, поднимай, 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 Господь. О, поднимай, поднимай, Господь. Мы взываем вместо этих детей, Господь, поднимай нас, поднимай нас, поднимай нас. Господь, пусть придут эти чудеса, Господь, когда уже не надо, Господь, рассказывать о Тебе, когда не надо, Господь, никакие новые теории, Господь, нам достали эти теории, Господь, мы хотим живого Бога, являть живого Бога, являть живого Бога, где слов не надо, где слов не надо, где слов не надо, где слов не надо. Иди вперед, не оглядывайся по сторонам. Смотри только на Него, смотри только на Него. Тебе только Он нужен, только Он. И больше никого невесте нужен, только жених. Ей не нужен никто другой, ей нужен только жених. Она хочет видеть только Его, хочет слышать голос только Его. Только Его. Твоя правда, пусть придет твоя правда, пусть придет эта истина, Господь, разбивай ту ложь, разбивай эти доктрины, разбивай эту всю херню, разбивай ее, Господь, разбивай ее, бей, Господь, я вижу тебя, покажи, кто ты есть, покажи себя, покажи свою силу. Мама, теперь я мечтаю быть с тобой. Я мечтаю.
свободным. Не отдай никому свою свободу. Некоторым кажется, что они живут свободно, их руки не в цепях. Но свобода очень часто не наружнее. Свобода нам нужна внутри нашего сознания. Сколько людей в рабстве своим умом, сколько людей в рабстве под духом религии. Они не могут свободно говорить, дышать, улыбаться, быть там, где они хотят. Они в рабстве под этим демоническим духом. Ничего общего у Бога, у жизни с религией нет. Религия убила Христа. Ничего у Бога с религией общего нет. Свобода. Мы говорим свобода. 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 Да придет дух свободы и освободит это поколение в разумах, в сердцах, в их душах, в их подсознании. Бог, свобода. Свобода, которая приходит от трона Отца. Свобода, которая приходит от трона самого Отца. Аллилуйя! Аллилуйя! Свобода! Свобода! Спасибо, любимый! Вы знаете, на мгновение я увидел такую картину. Такая интересная картина, мне очень интересно стало. Я увидел людей, поднимающихся из земли, одетых в рыцарские одежды. И интересно, что этот род войск, он рожден побеждать религию. Я увидел, знаете, как есть, у американцев это называется Dragon Slayers, те, которые убивают драконов. Это особые люди, они такие огромные, богатыри, знаете, их называли. И я на мгновение, вот совсем недавно, буквально минутки две назад, я увидел, как прорезался свет, и я увидел этих богатырей. И я в духе спрашиваю Бога, что это за люди? И приходит такое понимание. Он говорит, это те, которые будут уничтожать религию. Именно дух религии, они будут просто его уничтожать в каждом регионе, в каждой стране. Будут подниматься вот эти богатыри. Они в духе выглядят огромными, сильными, уникально такими высокими людьми. Они одеты в такую, знаете, древнюю славянскую форму, такую кольчугу. Так интересно. И они просто с мечами, огромные такие богатырские мечи. И они просто те, которые уничтожают дух религии. Это прикол. Я такого не видел никогда. О, Иисус, спасибо тебе. Поднимаются его богатыри. Поднимаются его великаны. Поднимаются его чемпионы, которые встанут против этого демонического духа религии. С какой стати, от каких пор религия стала считаться Божьей? Все, что делал Иисус, Он говорил против, Он осуждал, Он бил по ней, в конце религия убила Его. С каких пор религия стала Божьей? Кто это сказал, кто это придумал? Поражай ее, бей ее, пророчествуй против нее, не соглашайся с ней никогда. Ты рожден свободным. Не отдай никому своей свободы. Не отдай никому, даже если дух религии завладел твоими родственниками, никогда не поддайся этому. Ты рожден Богом жить в свободе. В свободе. Свобода Бога. Свобода Иисуса.
Бога. И мы говорим: свобода этому поколению, свобода! Свобода этому поколению! Свобода! Yes. Ничто не удержит. Поднимаются его чемпионы и его богатыри. Эймен! Воздай ему славу! Твой Бог живой! Наш Бог живой! Yes! Эймен! Thank you, Jesus. Благословите друг друга, обнимите, присаживайтесь. Знаете, самая страшная церковь — это когда мы рабы внутри нашего сознания. Сколько мне приходится говорить с людьми, мне их так жаль. Ты смотришь, он свободен, он под мышкой держит Библию. Но знаете, как кошмарно, когда ты знаешь все и боишься сказать то, что ты знаешь. Вы знаете, о чем я говорю? Ты знаешь, ты понимаешь, что как только ты скажешь, ты начнешь терять, начиная от своих родственников, родных, ты будешь терять уважение каких-то людей, потом позицию в церкви, мнение тех, кому на тебя все равно плевать, и ты теряешь то, что тебе не нужно. Дорогие мои, я умоляю вас, вы знаете, я всегда, когда меня Бог призвал еще более 20 лет назад, когда Он мне открыл истину, вы знаете, Ему нужно было, я настолько был загруженный в подсознании религии. Хотя я вырос на улице, но я был подсознательно загружен религией. Ему нужно было ни через кого учить, ему нужно было меня лично из тела забрать на 6 часов и просто провести со мной это время. И когда я вернулся, в тело вернулась другая личность. Это абсолютно была трансформация и реформация всего моего существа. Моя родная мама меня не узнала. Сначала она сказала, что я сошел с ума. Потом она как бы пришла в себя и нормально все. Знаете, как иногда уникально ходить с истиной, которую ты знаешь, понимаешь, и ты хочешь ее рассказать. Еще тогда, 20 лет назад, я начинал говорить, и на меня так смотрели. Иисус мне говорит: подожди, еще не созрели те, которые должны это услышать, просто услышать. Говорю: Иисус, мне так хочется. Он говорит: во-первых, ты еще не созрел это сказать. Оно внутри тебя все есть, но ты должен созреть. Вы знаете, что на земле нужно не только откровение, я уже говорил от Бога, нужно поколение, которое примет это откровение. Что толку от откровения, в котором ходишь ты, и его никто не признает? Нужна не только личность, которая получит откровение. Поэтому некоторые из вас говорят: Бог, почему я не употребляем тобой? Дорогие мои, это не потому, что не готов ты, это еще не готова почва, в которую ты должен посеять. И вот это меня заняло 12 лет, вот этот путь, где созревал я, созревало оно во мне укреплялось, становилось совершеннее, то, что я должен выдать. Потом Бог сказал: иди. И когда я вышел, когда я начал говорить, меня сразу, с первой проповеди за кафедрой, сразу сказали: этот человек от дьявола, этот человек сумасшедший, еретик, ничего общего у него с Богом нет. Мне так интересно. Потому что то, что, знаете, то, что ты говоришь, то, что я говорю, я получил от самого, это нигде не вычитано в книгах, ничего нигде не скопировано, ни одной фразы, ни одной точки. Все взято исключительно из его сердца. Поэтому, дорогие, пожалуйста, стойте в свободе вот здесь, внутри, в разуме. Говори то, что Бог скажет тебе, не упускай возможности. Знаете, иногда стоит перед тобой личность. И, может быть, это его первый и последний раз с тобой быть. Я чувствую обязательство сказать ему. Я не говорю, знаете, я не набрасываюсь на него и не заваливаю. Он начинает задавать мне вопросы, и я чувствую обязательство. Вы знаете, есть, когда тебе задают вопрос, у тебя есть несколько вариантов на него ответить. Чувствуете, да?
У тебя есть такой вариант: а, нормально, братан, все Бог сделает. И есть второй вариант, где ты говоришь: давай я тебе расскажу, что я имею в виду. И вот этот вариант займет дольше времени, займет силы, и, может быть, это будет последний раз твои разговоры с ним, потому что то, что ты будешь ему говорить, оно настолько истинно, настолько честно и настолько неприкрыто, что, может быть, он скажет: я не хочу тебя слушать. Но знаете что? Парадокс заключается вот в чем. Те, кто тебя не любят, в процессе начинают слушать только тебя, потому что они знают, что тебя подкупить нельзя. И они знают, что если им нужна какая-то правда, они бегут потом к тебе. Они тебя не любят, их кривит, но они хотят услышать истину. Поэтому говори всегда правду. Будь пророком Бога. Ты пророк Бога. Говори, иди, не останавливайся ни в коем случае. Аминь. Воздаем ему славу. Так классно.